компания Hot Wheels. Такой вот страшненький попался мне. Ну, купил я его на Авито. Нужен был там для кастом, но не хотелось покупать новую модель. Так его надо было долго искать, либо ждать. Вот. В данный момент с модели будет происходить полный перекрас, замена колес, декаль в спортивном стиле, новая выхлопная система. Так вот этот Mercedes выглядит. Запомните его таким. Потому что в конце вы видите то, что с ним будет. Но обязательно всегда просматривайте полностью все видео. Так вы помогаете мне продвигаться на канале. Ну вот, очистили от покраски. Этой красной краской очень слишком когда тяжело она далась. Сейчас я на пыльничком пройдусь по углам. Более ровнее все эти углы сделаю. И потом сразу же обезжирю перед грунтовкой.